Итак, друзья, доброе утро, доброе солнечное утро. Вы не представляете, какая погода. Это просто долгожданное, во-первых. Солнечное. И такое же настроение солнечное. Это совершенно спонтанное видео. Незапланированная акция, так сказать, благотворительная. За что спасибо моей любимой подруге Наталье Фальконе. Очень известный блогер из Америки. Из Орландо. Там, из-под Орландо. Ссылочка, естественно, на нее в описании. Она вам расскажет о жизни в Америке и очень много интересного покажет. За что и спасибо, за то, что она... Мы сейчас с ней одновременно делаем зубы. Только она их делает в Мексике, а я делаю у себя в России. Очень похожие там импланты, все дела. Но дело не в этом. И значит, где-то я был в таком месте, даже в шумном, я не мог толком прослушать. Мне приходит от нее видеосообщение. Вот, я так прислушиваюсь, потом уже наушники одел и слушаю. И она, значит, сидит в аэропорту, она вылетает из Мексики, ну, в Америку, в Орландо, наверное, да. И, значит, говорит, обращается ко мне: «Макс, ты посмотри, Макс, ты послушай, не может быть». В общем, сейчас я буду включать это видео и по факту тут же комментировать и отвечать на ее вопросы. Должно получиться очень интересно. Это сюрприз большой, долгожданный, так сказать, хоть какое-то видео на нашу любимую тематику. По названию вы уже поняли. Конечно же, речь пойдет о Димаше Кудайбергене. Так вот, поехали. Девочки и мальчики, у нас Димаш в аэропорту в Мексике поедет. Вы меня убейте, вот прям мне кажется, это Димаш. А я в аэропорту в Мексике. Ну что, я не знаю, я стою и прям в шоке. Неужели Димаш поет в Мексике, в аэропорту? Ну конечно, Наташ, Димаш, ну конечно. Ну неужели ты не слышишь? Мы тебя, конечно, убивать за это не будем, но это он, все правильно. Я не знаю, кто еще вот. Надо у Макса спрашивать. Отвечаю, Наташ, тебе. Конечно, это Димаш Кудайберген. И ты не зря именно на этой песне уловила, услышала эту песню. И у тебя какие-то закрались сомнения, потому что это же моя любимая Махабат. Именно на этой песне, понимаешь, твое сердце дернулось. Потому что оно не может, понимаешь, реакция другой не может быть на эту песню. Потому что это Махабат. Я обожаю эту песню. Поэтому, да, Наташ, ты не ошиблась. Отвечаю, это он. Я понимаю, что ты немножко удивлена, но на самом деле я лично знал, что в Мексике он безумно популярен. Да, в принципе, нет, наверное, такого места. Вот, но слушаем дальше. Мне кажется, это он. Ну кто? Так, Макс, у тебя спрашиваю. Я удивлюсь, если это не Димаш. Хотя все равно. Ты слышишь? Голосит. Голосит прям на весь этот аэропорт. Ну, конечно, слышу, Наташ. Слышу, как и ты, как и все мы сейчас это слышим. Я вообще в шоке, что я угадала. Да я его не слушаю. Тем более тут, я так поняла, на казахском он поет. Я же казахского не знаю. Вот сижу, слушаю. Я просто его не знаю репертуар, но, по-моему, это он. Уже пошла вторая песня. Димаш поет вторую песню. Наталья продолжает слушать и не может поверить, что это Димаш. Понимаете? Давайте ее простим о незнании репертуара. Но на самом деле эту песню я тоже не узнаю, потому что немножко плохо слышно. А во-вторых, я ее просто не узнаю. Но давайте слушаем дальше. Ну вот, блин, как заголосил, думаю, все точно он. Во. Ну-ка скажи, пожалуйста, мне. Неужто я тут нашего парня слышу? Надо же. Казахстан уже, как знаешь, наш считается, потому что я в Мексике. Вот. Надо же. Везде поет, со всех колонок. Блин, да ответь же мне, ну. У меня прямо, я вся извелась.
Ну, блин. Ну, послушай еще. Ну, точно Димаш. Хоть бы ответил, блин, я не знаю, прям где-то там занят. Сейчас он перестанет петь, и потом точно не узнаю, он был или не он. Хотя узнаю, нет, записываю специальное видео, чтобы тебе послать. Блин, ну хоть бы по-русски что-нибудь спел там про лебедей, так я бы узнала, а это, по-моему, на казахском, по-моему, Димаш. Он то громко поет, то медленно, вот в этих, вот там поет. Или в этих. Блин, ну кто хоть бы сказал чего, ну. Наталья, спокойствие, только спокойствие. Он не перестанет петь. Да, да, отвечаю, это он. Поет из всех колонок, которые ты показываешь. Ну, конечно. Спрашиваю этой девчонки, говорю, кто поет, она говорит. Я не знаю, кто поет. Блин, представляете, не знаю, говорит, кто. А он голосит и голосит. Представь. Девчонкам выговор, позор. Не знать, кто поет в аэропорту. Дает практически целый концерт уже. Как можно не знать, а? Наташа, подойди им и скажи, что это поет Димаш. Сейчас вот на канал-то тут не выставишь, скажут. Вот как ты могла не узнать. Ну, извините, не узнала, наверное. Может, узнала наоборот. Может, наоборот, похвалит, что узнала. Ну, кто так может голосить еще? Что-то убавили. Ничего, ничего, Наташ, сильно ругаться не будем. Но все-таки ты же все равно узнала. Поэтому ничего страшного, простим тебе все. Спасибо, что записала. Ну все, дорогой мой, пока ты мне не отвечал, я Шазамом уже проверила. Я не ошиблась. Это Димаш Кудайбергенов. И вот все еще голосит. Я слышу, опять следующая песня началась. Тут целый концерт его. Целый концерт. Ой, я не накрашена, Макс. Ну ладно, накрывать. Все. Разгадали без тебя, пока ты мне не отвечал. Блин. Куда делся-то? Да здесь, я здесь, Наташ. Тоже слушаю вместе с тобой. Это была уже пошла третья или четвертая песня. Я уже сбился. По-моему, это Ададжио было. Ну, конечно же, а? Ничего страшного. Накрасишься потом, выйдешь в эфир красивая, нарядная. И расскажешь про эту интересную, необычную историю. Привет Димашу передавай из Мексики. Надо же. О как? Ну точно не ошибешься, Макс. Вот пока ты там где-то вялил свои уши, не знаю, где-то оставил телефон, ты мне не отвечаешь, я уже все без тебя расследовала, все уже узнала. Обалдеть. Не знаю, что это за песни. Никогда их не слышала. Но узнать могу. Передавай привет Дирсам, Димашу. Кому еще там вам привет передать? На меня не ругайтесь. Если я думаю, что Макс, наверное, покажет еще видео. Если он ответит, меня не зайдет. Но на меня не ругайтесь, что я сразу не угадала. Потому что я не фанат, но считаю, что певец хороший. Поэтому я не из Дирса. Я из знатоков, так скажем. Молодец, парень. Ну, не знаю, Наталья. Я-то, конечно, тебя прощу. Что делать-то с тобой уж? Но в любом случае, спасибо. Спасибо, что услышала и записала, и мне отправила. Поэтому, ребята, сильно не ругаемся Наталью. Потому что всякое бывает. Заранее вас прошу. Спасибо. Но, по-моему, это еще не все. О! По-русски пошло. По-русски пошло. Вот. Теперь-то я точно знаю. Ну, я, конечно, уже по Шазаму определила. Макс, ну все. Теперь хоть доставай бутылочку горькой, честно говоря. И прям вот от радости можно сказать, можно здесь за здоровье Димаша.
Я вообще, если бы я вот это сразу услышала, я бы обалдела, конечно. А тут мне пришлось такими шагами определять без тебя. Блин, пока ты мне ответишь, я тебе уже тут целое видео отправлю. Слышишь? Дай мне, эту я песню знаю, а эту я знаю. Офигеть. Ну, наконец-то дождалась по-русски. Я сразу же узнал эту песню, это «Грешная страсть». Батырхан Шукенов ее пел. Обожаю эту песню. Когда она спела «На новой волне», мы, помню, с Хизри ее услышали просто до мурашек. Очень сильная песня. Я ее не слышал, кстати, в исполнении Батырхана. Вообще не слышал. Но потом я, кстати, ее послушал. Но Димаш, как всегда, переделал ее абсолютно на свой лад. И по-своему, и неузнаваемо, и гениально, что я могу сказать. Так, слушаем дальше. Мне так хочется прям записывать и записывать. Хотя я знаю, что ты знаешь все эти песни. Но я-то сижу в Мексике, простите меня. И я вот тебе сейчас буду надоедать и посылать, и посылать. Правильно, Наталья, пиши, пиши, не останавливайся. Я бы на том месте вообще бы не полетел бы, отменил бы рейс и записал бы полностью весь концерт. Что тебе там это в Америке сделать? Сиди, записывай мне контент, да? Дай бог тебе здоровья, Наташа, и счастья в личной жизни. Надеюсь, зубы приживутся под такие прекрасные песни. Мне очень приятно это слышать, и слушать его приятно. Вообще офигеть. Да, слышишь? Вот так вот. Сейчас заколосит. Нет, не сейчас, но я знаю, что в этой песне он будет очень громко. Да! Так, сейчас подождем. Подождем сейчас, где он будет сильно. О! Вот это мне нравится. Вот. О, классно. Супер. Супер. Чего я говорю, что я не фанат? Мне нравится. Так, ты давай-ка не переобувайся там, ага. То фанат, то не фанат, ты уже определись. У нас все серьезно здесь. О, вот это вот коронное уже пошло. Так. Видишь, как классно. Я прям сегодня такое удовольствие получаю в аэропорту. Еще бы какое удовольствие. На халяву попасть на концерт в Мексике. Главное, и где? В Мексике халявный концерт, а? Наташ, конечно, удовольствие получаешь. Не забудь потом скинуть на PayPal, ты знаешь, что и куда. Вот интересно, вот тоже опять поет. Что это за песня? Я не знаю. Но сейчас я по Шазаму попробую определить. Это вот что-то вообще неизвестное мне. Сейчас посмотрим, кто. Эту песню Шазам не смог, кстати, определить. Видимо, неизвестная какая-то песня. Но это и концерт его. Каждая песня. Подскажите мне, ребят, очень плохо слышно, но мне это показалось, что это песня Дурдарас. Может быть, я ошибаюсь, но реально даже я в наушниках специально одел, слушаю, но что-то, вот я не знаю, очень плохо слышно. Но я знаю, что вы услышите любой шорох с трех нот, как вы знаете, в передаче «Угадай мелодию», я угадаю ее с двух нот. Сейчас мы будем садиться уже на самолет, а наш Димаш все голосит. Ты посмотри, Макс, мы уже дошли до узнаваемых песен, я имею в виду мной. Видишь, уже... Как там песня называется? Витас-то ее пьет. Забыла, как она называется. Ну вот, все пришло в свою норму. Моя очередь. Я полетела. Какой самолет, Наташа? Сиди, записывай. Че? Еще не знаю, часа полтора концерта должно быть. Обычно два часа идет. Ты чего? Раз попала такая удача попасть на концерт. Люди бешеные деньги платят, чтобы попасть. Ты бесплатно попала, а она в самолет пошла. А ну сидеть, стоять, слушать дальше. Ну, походу, наш концерт подошел к концу. Объявили посадку на рейс. Наталья побежала. Ну... И спасибо и на этом, Наталья, что я тебе могу сказать. Но я знаю, прозвучали, значит, еще песня «Опера» Витаса, которую он спел на конкурсе в Китае. По-моему, еще «Show Must Go On» была песня. То есть там такая сборная солянка была вообще. Интересно, да, скажите, необычно. Но обычно там где-то ставят, где я слышал, там, ну, одну песню, а тут весь полностью, даже не концерт, потому что он идет.
эти песни, не поет в концерте уже давно. Вот. Но не знаю, как вам, мне очень порадовало и настроение подняло такая новость, что в Мексике надо, чтобы в каждом аэропорту Димаш пел. Спасибо тебе еще раз, Наталья. Ребят, подписываемся на ее канал, внизу ссылочка в описании. Может быть, что-нибудь еще нам интересненькое расскажет. Накрасится и расскажет, да, Наталья? Все, ребята, я поехал. Я еду к сестре, к Хизри. Приехала его сестра Зайнап, и она сегодня улетает в Махачкалу. Может быть, я вставлю хоть поздороваться. Она не очень любит сниматься. Но я аккуратненько включу камеру и перед фактом скажу: здравствуй, Зайнап, любимая. И еще, кстати, у меня мама здесь будет, маленький кусочек. Мам, прости. Мы виделись перед праздником. Так что я желаю вам всем прекрасного солнечного дня, как в Москве. Просто невероятная погода, ребят, просто. Смотрите, просто, еще раз просто. Слово паразит. Какое небо. Не может не радовать. Завтра больше 20, и вообще погода налаживается. Этот месяц, конечно, будет еще сюрпризами. Вы знаете, день рождения у Димаша. И, конечно же, у меня будет маленький сюрпризик. Я не мог не оставить его на такой ценный день. Вот. Но это будет потом. Сегодня спасибо всем за просмотр. Я вас всех обнял, приподнял, поцеловал, все сделал. Пока-пока. Но это не точно, мало ли. Сейчас кто-нибудь здесь еще помнит, Захару помнит. Все, пока-пока, обнял.